Здравствуйте. Здравствуйте. Могу предложить аксессуары в стиле бока. Например, осадочная яшма. Очень интересный рисунок. В таком же стиле есть, кто любит более светлые камни, оникс. Плохо обработанный, но очень стильно смотрящийся. Также вот интересно смотрится хорошо обработанный камень сардоникс. Тоже в стиле бок. Очень многие любят осколочки. Тогда я могу предложить вот в таком плане. Коралл. Самый настоящий. И речной жемчуг. Можно и другие материалы использовать. Например, от прециоса стекло. Тоже очень интересно смотрится. Очень красиво. Спасибо. Также можно керамику тоже от прициоса использовать. Вот она там лежит. Этот образец у меня очень много любят и берут его в разных вариантах. Можно в одну ниточку, можно в две, можно более удлиненные. То есть кому как нравится, так можно сделать на заказ. Вот эти все украшения можно прийти, приобрести в торговом комплексе «Атриум» на втором этаже. Очень талантливые мастера изготавливают вот всю эту красоту. И поэтому сейчас очень модно вместо дорогих материалов, вместо дорогих металлов, камней, вот можно купить вот такие прекрасные аксессуары и использовать их на каждый день. Хотя зима, но это нас, женщин, обязует на то, чтобы мы всегда выглядели стильно, красиво, и чтобы от нас вот выходило вот такое вот ощущение праздника. Поэтому будем носить такие аксессуары. Спасибо. А это мастер. Спасибо. Людмила, которая вот она сама всю эту красоту изготовляет, ее можно найти на Фейсбуке. И добро пожаловать к нам. Приходите, спасибо, покупайте. Спасибо.